Друзья, всем привет! Иду по улице загонять мою кошку Жоку. У соседей она. Жока, пошли домой. Пошли домой. Кошка ты моя. Что тебе нравится, а? Красоваться? Пошли домой. Ты хорошая девочка, красивая, умная, образованная. Ты моя княгиня. Пошли домой. Не хочешь? Ой-ой-ой. Сейчас она цапаться будет, вот наша Жокочка. Вот так она любит у соседей. Лежать, охотиться. Жокочка. Красивая. Хорошая. Красивая. Пошли домой. Страшное положение. Сейчас она может цапнуть, даже если я ее за шкирку возьму. Но за шкирку я не беру. Она взрослая девочка. Царевна, княгиня, боярыня все-таки. А ее там беспокоит наша пахлава, пахушка. Пошли домой, а? Ой, вот вам Жокочка. Вот и все. Пошли домой, а? Не хочет. Пахлава беспокоит. Беспокоит пахлава. Молодец. Зевун ты мой. Красотка совершеннолетняя. Хозяйка тебя устает снимать. Пошли домой, а? По-человечески прошу. Ты ж армянская кошечка. Ой-ой-ой. Как она кусается. Ой, ладно, пора заканчивать, друзья. Пока-пока.